Это ответ на вопрос, он касается всех, кого он интересует. Карта была такая четкая, что я решила выставить. Настолько четкая. Вообще всех. Найду ли я нужный вариант? Неважно, что вы задумали. Ищите работу, покупаете, продаете. Нужное решение вам. Вы хотите знать. Ответ вот настолько четкий и сильный, что да, 100 раз да. Во-первых, тут лунно-солнечный секстиль. Это благоприятная аппликация, говоря языком астрологии. Двух светил, у которых ничего не вмешивается. Это 100% да, но мало того, еще солнце стоит в самой-самой высшей точке карты. А луна пусть в негативном доме для ответа. Но это он просто ослабляет. Но она касается второй самой сильной точки карты. Это настолько сильно, да, и шаг ровно-ровно 2, чуть меньше даже. Но это не годы, но это 2 месяца потолок. А может для кого-то 2 часа. Когда такое сильное и мощное, это, во-первых, это очень позитивное. Это мало того, что да, это самое позитивное. Во-вторых, это очень быстро. Единственное, что вот Луна все-таки она не в угловом доме, а в падающем, в 12-м. Это ну чуть-чуть задержит. И что еще? Луна в Скорпионе и Солнце в Деве. Это подразумевает, что это было или был возврат, или вы еще раз будете решать эту ситуацию, или аналогичную. Дева всегда предполагает аналогичный. Скорпион тоже не обладает такой динамикой. Это все-таки не стрелец с совном там, который задает очень быструю динамику. Ата немножечко падает. Но в целом ситуация очень-очень быстро разрешится. И вы можете даже подогнать, сделать такой ритуал, чем я всегда пользуюсь, подогнать какое-то свое вот сейчас найти решение, что вы хотите решить, узнать что-то, понять что-то, найти, делать или не делать. Вы найдете самое лучшее решение. Сейчас, когда черная луна впервые за долгое время, она не исчезла, нет. Но она ослаблена. Она уже делает не ко всей карте, а только к Сатурну. Это касается государства, недвижимости. Тут флирт туманности на высоте. Даже с перебором. Но это ничего нельзя сделать. Выкинуть ее нельзя, к сожалению. Очень жаль, что нельзя выкинуть Сатурн из гороскопа. Мы бы все жили счастливо. Но его выкинуть нельзя, не получается вообще. Всю жизнь мечтаю. И мечта всех. Но это нереально. Это исчез бы прессинг, исчезли бы налоги. И вообще много чего исчезло бы из нашей жизни. Вот так мешает. Исчезли бы границы. Но это мечта, но в данном случае это вам не помешает ничем найти верное решение. А если вы что-то хотели продать, вы продадите. Если вы хотите что-то купить, включается, вы купите. Вот все, что вы хотите, все произойдет. Вот эта точка, самая сильная точка карты МЦ. 10-й дом. Вот солнце. Вот у них 18-54, 18-54. То есть не получается покрутить колесик почему-то. Вот 18-54. Видите, вот тут видно. Очень ничего хорошо. Вот луна.
тут написано 16:48 Скорпион и асцендент 21:49. Между ними 5 градусов. Для Луны это немного. Она уже вот вторая самая сильная точка гороскопа. Вот две. Они все время меняются. Меняется ситуация. Вот. А для Луны 5 градусов это ничто. Когда она идет к ним, еще тем более сходится. Так что попробуйте и вы воспользоваться.